родился, никто не учился у нас этому хамдуллаху. В хорошем настроении, под строгим взглядом Льва Николаевича, генсек Организации Исламского Сотрудничества знакомится с Казанским федеральным. 214 лет истории в музее университета. После знакомства с историей Казанского университета генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества встретился с настоящим альма-матер. Служителем лекции Юсуфа бин Ахмета стали студенты Института востоковедения. Приветственное рукопожатие с каждым встречающим. Все беседы только на английском, на лекции ажиотаж. Сегодня за парты сели и преподаватели. Donald Trump's decision of leaving Iranian nuclear negotiations. And I would like to know what is position of OIC about this decision. Политика и исламский мир в международном поле. Главная тематика вопросов от студентов. Мы не можем касаться политических аспектов. В нашем уставе прописано, что мы не вмешиваемся в международные отношения стран. В организации мы кооперируемся в социальной и экономической сферах. Социальные сети в угоду семейным ценностям, гранты и стипендии для российских студентов на обучение за рубежом. Вопросов без ответов сегодня не осталось. Это образец, как надо устраивать диалог. Этой высокой миссии сближения исламского мира с такой великой страной, как Россия, многонациональной и многоконфессиональной. От слов к делу и татарстанским бизнесменам заметку. В Татарстане есть и природные ресурсы, и аграрные, и индустриальные, и вертолета, и самолетостроение, и другие самые разные виды промышленности. Я буду говорить об этом и приглашать бизнесменов из исламских стран в Россию и в Татарстан. Без внимания генерального секретаря не остались и мы. International reward for good journalism. I hope it's... Thank you very much. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.